stole the night alive. A little girl lost in the woods. You're a folktale, the unexplainable. You're a bedtime story, the one that keeps the curtain. Хочется, наверное, понять, почему в первых же кадрах появляется актер Кайл МакЛахлан. Ну, наверное, ответ очевиден, потому что это мой самый любимый актер. Я считаю его абсолютно гениальным человеком, который способен воплотить в жизнь любой характер любого персонажа. И я определенно восхищаюсь им. И определенно для меня это та недостижимая величина, к которой даже фактически невозможно стремиться, но, наверное, очень бы хотелось. За время увлечения театром мне удалось создать полноценных 3 спектакля. Первым из них был спектакль о Джиме Моррисоне и группе The Doors под названием «Двери открытые и закрытые». Этот спектакль в разных составах шел в течение 5 лет и достаточно успешно. Идея этого спектакля возникла после просмотра фильма Оливера Стоуна «The Doors». На самом деле фильм мне безумно не понравился, в первую очередь из-за того, что Джим Моррисон был показан там как абсолютно конченый наркоман,
человек достаточно бездумный и бездушный, на мой взгляд, достаточно глупый и, в общем-то, как мне показалось, бесталантный. Совершенно было непонятно, как человек при таком образе жизни, в таком состоянии мог творить, писать стихи, записывать музыку и за такой короткий срок оставить такое огромное наследие. Поэтому мне захотелось историю этого человека показать немного под другим углом. Я не уверен, что мне это удалось, но судить, наверное, не мне. Так или иначе, этот спектакль существовал, и я очень счастлив. И я очень благодарен всем, кто принимал в нем участие и кто помог мне его создать. Это было отличное, очень плодотворное творческое время, и это огромный опыт. Параллельно со спектаклем о Джиме Моррисоне я задумал другой моноспектакль о оперном певце, который страдает алкоголической зависимостью под названием «Дранк Опера». К сожалению, большому сожалению, этот спектакль не взымел особой популярности у зрителя, и его пришлось закрыть после четвертого показа. Но, несмотря на это, этот спектакль на данный момент является моим самым любимым. Третий и последний спектакль, который я сделал, это музыкально-драматическая комедия «Одиночество троих». Пожалуй, это самый профессиональный спектакль, который тоже, к сожалению, по разным причинам шел не очень долго, но был достаточно тепло принят зрителями. Музыкальным сопровождением спектакля стала музыка моей любимой певицы Кейт Буш.
Izpildīt tās atmiņas par sadarbību. Nu, viss projekts bija vienīgi spilgt atmiņa, lai arī man nesanāca piedalīties vairāk, ka tikai viens sērijas tapšanā es atceros to visu to uzņemšanas laiku, kā vienu nesadalāmu procesu. Tas īstenībā bija aizraujošs no pašas pirmās minūtes līdz pašai pēdējai minūtēm. Tad rezultātam vispār nekas nebija zināms. Es pat nevarēju nojaust, kas tur būs. Un vienkārši par rezultātu man kaut kāds priekšstats radās vienīgi tajā laikā, kad projekta režisors un veidotājs, autors, man uzaicināja pie sevis mājās to savu tekstu nodublēt. Tad man kļuva apmēram skaidrs par, nu, vienkārši, kas tas tāds ir. Nu, nav iespējams man izdalīt kaut ko atsevišķi. Nu, protams, ja varbūt neskaita to, ka ikdienā kājas uz galvu, man nepārāk bieži sanāk likt, lai neteikt nekad. Ikdienā, nu, un otra lieta, kas bija tāda, varbūt, nu, meitenes man laikam rokas nav lauzušas ļoti sen, varbūt skolā kaut kad, bet roku uz muguras uzlikt un baust, tas bija kaut kas jaunas. Tu var atvērtās kaut kādi... Kas noticis? Atnāc kaut kādi cilvēki, grib par pazušanu paziņot. Kas pazūdis? Pase, Maks, kaķis? Meita pazūdusi. Iesim. Man personīgi attieksmi pret projektu pēdas uz nekuriem, kas man patīk un kas nepatīk. Grūti man pateikt ir atkal, kas nepatīk. Nu, nebija īsti tāda lieta, kas nepatīk. Nu, varbūt būtu bijis drusciņi labāk, ja projekta autors būtu ieskicējis jau no paša sākuma, uz ko viņš mērķē, bet man, nu, nevienā brīdī nebija tādas pārliecības, ka viņam ir pašam pilnīgi skaidrs, kas tur taisās notikt vispār. А мы, похоже, должны собираться в поход. Es noteikti esmu atvērts turpmākajai sadarbībai ar projektu autoru un projektu komandu. Tas, manuprāt, bija, nu, ļoti foršā līmenī. Ļoti atbilstīgi tam, ko pilns režisors, radošā komanda, gribēja redzēt. Es ceru ļoti, ka arī dabūju to, ko gribēja. Ko vajag? Viņa bija taisnība. Kam? Kādā ziņā? Manai māsai, nu. Mēs atradām līķi. Mežā. Музыка очень важна для кинематографа, иногда она играет чуть ли не самую ведущую роль. Хорошо подобранные звуки, композиции могут сделать половину картины, а также они могут ее испортить. Для меня это очень важно.
Иногда я просто слушаю музыку, и вдруг у меня возникают какие-то образы, появляется какая-то идея, и я цепляюсь за эту идею, и она меня ведет дальше. И музыка, она все равно остается главным лейтмотивом всего, что я делаю. Неважно, что бы это ни было, музыка главная. Возможно, это связано с тем, что музыка — это мое первое творческое увлечение еще со школы, а первую группу я собрал в 99-м году. С тех пор многое изменилось, я перепробовал разные стили, направления, я переиграл на огромном количестве музыкальных инструментов, но музыка всегда остается со мной. Первый, по моему мнению, серьезный проект, я считаю группу «Hologram», которая была организована в 2003 году. Эта группа играла достаточно интересное сочетание психоделической музыки, хард-рока и что-то уже более-менее близкое к прогрессивному року. Кэтрин Бэнд на данный момент, наверное, самый известный коллектив, в котором я принимал когда-либо участие, и самый долгоиграющий проект, чья история до сих пор официально не закончена. Образованный в 2010 году, этот коллектив потерпел огромное количество изменений как и в музыкальном стиле, так и в составе его участников. Land beyond the night.
Параллельно с Кэтрин Бэнд я участвовал еще в нескольких проектах. Один из них — это сольный Гарри Ваду, который существует до сих пор, но очень мало концертирует. В основном это такой домашний студийный проект, который совершенно не ограничен ни в каком музыкальном направлении. Такой своеобразный сольный эксперимент. А еще у меня был особо интересный опыт в качестве вокалиста в металлической группе Love Emulation. Это было очень интересно и своеобразно. Во-первых, до момента вступления в коллектив я никогда не исполнял метал-музыку. Во-вторых, мне дали совершенную свободу в плане сценических образов и возможности самовыражения на сцене в качестве артиста. И это было очень любопытно. Что я могу сказать о Дмитрии Румянцеве? Вот такой вот парень. Хороший человек, друг и музыкант. Вместе мы с ним пошумели в составе Love Emulation примерно год, наверное. Если бы меня спросили, вернул бы то время, я бы сказал бы, без разговоров, вернул бы. Но Диму бы я взял бы раньше, чем остальных вокалистов. Так что, Дима, удачи тебе в твоих начинаниях, держись молодцом. Мы с тобой. Очень тяжело пытаться критиковать друзей. Хочется говорить только о хороших моментах. В принципе, это определенно мое творческое кредо. Я стараюсь цепляться всегда только за хорошие аспекты тех или иных исполнителей или творческих личностей. За что я очень-очень сильно уважаю Дмитрия Румянцева как творческую единицу, за то, что это, наверное, один из немногих творческих деятелей в Риге, у которого есть свой собственный образ, который проходит через все его творчество, будь то кинематография, будь то музыка, неважно. И что мне нравится, что Дима не боится экспериментировать, не боится примерять на себя какие-то новые образы, иногда гротескные, иногда забавные, иногда, наоборот, трагичные, иногда действительно фриковые, но тем не менее это сразу выделяется на общем фоне, скажем так, творческих людей. Ну, если мы говорим даже о музыкальных группах, то практически никто не думает о сценическом поведении, о сценическом образе. К сожалению, в Риге это так. Последние несколько лет я являюсь вокалистом, одним из авторов текстов и музыки в группе Flying Fish. И это для меня наиболее важный период, потому что мы играем прогрессивный рок, а это наиболее мой любимый стиль музыки. Я достаточно долго шел к возможности создавать и играть что-то подобное и исполнять каверы известных групп, которые мне наиболее любимы уже в течение огромного количества лет.
Я не знаю, что будет дальше, я не знаю, что ждет меня впереди. Но каждый раз я говорю себе, главное, не останавливайся. Несмотря ни на что, несмотря ни на какие сложности, не останавливайся.